Всех запускаю. Так. Одразу представлюсь. Мене звати Яна. Я продукт-менеджер по напрямку Іспанія. Перш ніж я представлю своїх колег, і ми перейдемо до Гран-Канарії. Я щиро хочу вас привітати з практичним завершенням цього літнього сезону. Це дійсно було дуже гаряче і дуже важко, тому ми щиро раді, що ви були з нами, і бажаємо вам ще далі ще більше вдячних туристів і гарних продажів. Звісно, є і класні новини. Ми показуємо, що ми сила, наш ринок не відступає, і це дуже круто, що країни готові нас приймати. Більше того, звіривши минулорічні показники, ми впевнено можемо сказати, що Іспанія перевищила наші очікування і є лідером серед напрямків, які обирали туристи цього сезону для свого відпочинку. Сьогодні ми все ж таки вже будемо з вами говорити, переходити до зими. А саме хотіли б трішки більше розповісти вам про такий острів Гран-Канарія, так, який є другим по величині канарського архіпелагу. Сьогодні вебінар нам буде читати Вікторія, це представник офісу туризму, і Валентина, представник приймаючої компанії. Так як знають острів, вони не знає ніхто. Я зі свого боку хотіла б вам трішки розповісти, що у нас зараз є по літній програмі, що у нас є на сайті, що ви вже можете рахувати, бронювати і пропонувати своїм туристам. Ми прорахували пакетні тури, тобто, окрім наземного обслуговування, ви у нас вже можете знайти повністю прораховані пакетні тури. Я вам скажу, що цього року було великим здивуванням для нас, що авіакомпанії почали все більше і більше ставити рейси до Гран-Канарії, тому що минулого року їх справді було мало, і бронювань по цьому напрямку не було так досить багато, так, якщо, наприклад, порівнювати з Тенеріфе. Але в цьому році все-таки бачимо, що можливо це для нас буде новим також відкриттям. Більшість регулярних рейсів вже є у нас. Тобто порахували Ryanair, з Польщі у нас є Краків, з Австрії є Відень і дуже багато вилітів з міст Німеччини. Це Берлін, Кельн, Меймінген і Франкфурт. Ми обрали самі найпопулярніші такі, які у нас постійно запитують, які ми постійно рахуємо. Також на Візері у нас пораховані виліти з Будапешту, де Угорщина, і до кінця тижня ви вже будете бачити у нас прямі рейси на польських авіалініях ЛОТ, саме з Варшави і з Катовіце. Одразу скажу по деталям перельотів. Ренеєр, да, як ви бачите, його багато. Якщо ви там запитаєте, що найбільш популярне, то я скажу Ну, Краків. все Це виключено. гарні ціни на виліти з Кракову. У нас в пакет не включений багаж, тобто всі тури пораховані з мінімальним, ну, по мінімально базовому тарифу, тобто це звичайна ручна поклажа 40 на 30 на 20 сантиметрів, яка вміщається під крісло літаку. Якщо ви бажаєте перерахувати багаж, то ви можете завести заявку, уточнити її вартість багажу, вам менеджер відповість, або там посадити нам запит в системі, на який також менеджер відповість, або зробити там попереднє бронювання, уточнити всі деталі. Якщо, звісно, вам вартість не підходить, заявка анульовується без проблем. І ще хотіла б сказати з приводу того, що я думаю, багато хто з вас знає, але все ж таки авіакомпанія Ryanair не надає можливості фіксувати квитки на терміни. Тобто ви маєте бути готові до того, що все потрібно робити оперативно, тариф погоджувати з туристом оперативно, і до моменту оформлення ми ніяк не можемо тримати ціну. Тобто вона може змінюватися. Звісно, у нас таких ситуацій, скажу чесно, практично немає, щоб там на момент випуску ми такі: ой, блін, став дорожче на 200 євро. Але якщо ви будете сидіти в ближній дату, то це ризики. Тому потрібно, звісно, передплати від туристів, і ми з вами оперативно викупаємо квитки, так, і бронюємо готель. По Візейру ситуація краще, працювати з ним легше в тому плані, що одразу, як ви обираєте потрібний варіант перельоту, тобто з багажем чи без багажу, ми фіксуємо тариф і місця за вашими туристами на тайм-ліміт.
Це орієнтовно 24 години, іноді буває більше, іноді буває менше, але так в середньому 24 години. І за цей час у нас є можливість і підтвердити готель, і отримати від вас оплату, і спокійно виписати квитки. Лот – це чартери, так, з Варшави і з Катові. Це прямі чартери, в принципі, всі перельоти, так, які у нас є прямі, але звертаю вашу увагу на лот, що саме тут вже включений багаж. Тобто, коли ви будете бачити наші пакетні тури з авіакомпанією LOT в онлайні, то ви можете розуміти, що в ці тури вже включений багаж. Абсолютно всі ці пропозиції – це так, там, звичайні регулярні авіаперельоти, які ми рівняємо. Ми стараємося постійно оновлювати тарифи, але, наприклад, LOT і Wizz Air це зробити легше. Ryanair, на жаль, занадто, ну, вони постійно змінюють тарифи. Але там декілька разів на день ми його оновлюємо, проте, ну, що зовсім без доплат, я вам, скажімо так, гарантувати не буду. Тобто, здебільшого у нас всі тури, де ми заявляємо, що у нас включений мінімальний тариф без багажу, без доплат, за багаж у нас на лоукостах типу Ryanair і Wizz Air є доплат. Тобто, це загалом всі такі нюанси. Трансфер ви можете додати в корзині. А в сам пакетний тур у нас включені авіа, страхування і сам же готель. Наразі це все по польотній програмі. Зараз до вас підключиться Вікторія, яка знає острів Адуя і розкаже нам багато цікавого про якісь особливості цього острову. Тому передаю слово Вікторії. Так, я попробую сейчас выйти. Меня видно, слышно. Давайте попробуем. Я не совсем. Да, вас видно и слышно. Видно и слышно. Хорошо слышно и хорошо видно. Ага, а я попытаюсь сама себя увидеть, потому что у меня компьютер делает, что хочет, кроме того, что мне нужно. Угу. Так. Так. Не вижу я себя. Вот что ты делаешь? Так, я вас вижу по этому, который называется... Вот. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Хорошо. Я сейчас присоединяюсь на компьютере в надежде, что у меня хоть что-то получится с вами. Скажите, пожалуйста, я прослушала вашу... Я можно сразу сделаю парочку замечаний по поводу полетной программы, потому что я не услышала того, что у нас есть. Дело в том, что у нас с этого года напрямую летает Будапешт. Я не знаю, насколько это удобно вам. По-моему, это OneFly летает, это 42-я параллель, они это делают. Да, а вы да, знаете это, об этом? Конечно, у нас есть, есть. Программа, то, что мы предлагаем, мы уже внесли. Далее, конечно, мы будем носить больше перелетов по мере возможности и популярности с нашей страны. Ага, хорошо, все понятно. Ребята, я не могу, видимо, подключить свою презентацию, но я технический идиот, поэтому давайте я просто... Сейчас будет Валентина. Валя, у тебя же есть там фотографии, правда? Давайте я просто вот поговорю с вами. Потому что мне самой тоже нужно понять, какая вам... Алло? Хорошо. Что-то слышно, не слышно, девочки? Я очень... Я не знаю, что происходит сейчас. Сегодня день такой. Вы меня слышите? Нет? Да, да, слышим, да, слышим, да, слышно слышим. Вас хорошо, очень хорошо. Ладно, тогда давайте так. Скажите, пожалуйста, у вас какое время самое высокое, когда вы в состоянии посылать клиентов? Какой месяц года? Какой? Круглый год. У вас круглый год. Да. Дело в том, что давайте так, начнем тогда, наверное, с того, что у нас лето началось сейчас. То есть летние месяцы на Гран-Канарии, такие вот, когда ты приезжаешь и понимаешь, что вот это кайф, это рай на земле, это все-таки у нас сентябрь, октябрь, ноябрь. Мы зависим от Азор, от антициклона. И вот тогда, когда в Европе или в других местах относительно недалеки, ну, я считаю, что мы относительно недалеки, потому что 4,5 часа лететь, например, из... Нюрнберга, да, кто у нас летает из немцев? Очень хорошо летает Корендон лоукост от
Turkish и очень удобные там какие-то вот соединения. Это те, которые напрямую из Европы летают на Гран-Канарию. На Гран-Канарию любимейший остров Европы. Он, собственно говоря, туризм начинается где-то тоже оттуда, наравне с Тенерифе. Тенерифе, хотя и самый большой остров Канарского архипелага, а мы на третьем месте, но тем не менее белые пляжи-то находятся у нас. Белые пляжи находятся Гран-Канария, Фуэрте-Вентура, Лансароте и Ла-Грасьоса. Ближе к Африке белые естественные пляжи. Фуэрте-Вентура вообще 104 километра белых пляжей, а символом Гран-Канарии являются дюны. Я бы предложила, в общем-то, серию вебинаров за один. Ну вот, так оно и получилось. Так я и знала. Так, компьютер у меня вообще отключился. Здесь меня видно? Да, видно вас, видно. Тогда я убираю компьютер, что-то случилось, это какая-то неполадка, сделать ничего не могу, просто прошу прощения. Если я так по мобильному продолжаю, я себя не вижу. Вы меня видите, слышите? Могу продолжать? Да. Я бы предложила, например, в ноябре или октябре провести обучающие семинары, хотя бы два или три, чтобы вот было по курортам конкретно, по всем отелям, по тому, какие особенности. Потому что континент в миниатюре, как сейчас называют Тенерифе, изначально был дан Гран-Канарии. Этот остров, хотя и маленький, но у него разные климатические зоны, и вам, как продавцам, это нужно знать. Здесь температура может быть 2-3 градуса выше воздуха. Я не понял. Нет? Девочки, вы меня останавливаете, если что-то не так. Нет, вы продолжайте, мы потом с вами можем, конечно же, обсудить серию вебинаров. Это супер идея, я думаю, вас поддержат Да. коллеги, тоже интересно Потому будет. что я хочу вам объяснить то, что за один вебинар сейчас, особенно учитывая это, ну вот получилась техническая палатка. Все, качество вебинара, я понимаю, что уже ниже. Но сделать я ничего не могу. Если у нас будет... Потом передадим обязательно всем нашим коллегам вашу презентацию, а вас послушать нам очень приятно и узнать больше деталей про остров, поэтому мы Да. будем. Я просто сейчас объясняю, что остров очень интересный для вас как продукт, потому что то, что вы знаете по Тенерифе, в принципе, вы можете точно так же говорить о Гран-Канарии только с учетом белых пляжей и каких-то особенностей. Например, наша столица. Ну, я одесситка, да, поэтому для меня, вы себе не представляете, насколько Лас-Пальмас Гран-Канария для меня оказался родным, потому что он мне напоминал Одессу 80-х годов. Порт, пляж, театры, шопинг, рестораны. А обычно всех отправляют на юг. Типа вам пляж, вот вам туда. А это неправильно. Хотя юг Гран-Канарии, где дюны, это реально самое теплое место всего архипелага, всех 8 островов. И там белые дюны. Но там иногда бывает ветрено, там другая волна, там температура воды будет ниже, чем на Гран-Канарии. Лас-Пальмас Гран-Канария обладает лучшим городским пляжем Европы. И это надо тоже знать. Понимаете, вот такие детали, которые надо знать и давать клиентам возможность. Можно разделить, например, отпуск, да? Вот я так устала, я душка, положите меня на пляж и забудьте обо мне. О, это клиент на юг. Отправили там роскошные отели и не роскошные отели. Там мы как себя позиционируем? Все для всех. Нужно дорогое, будет дорогое. Нужно недорогое, экономичное. Да, пожалуйста, хотим с семьей. Пожалуйста, не хотим детей. Да какой вопрос? Гей-туризм. Он есть. Пожалуйста, есть отдельные отели, которые тоже специализируются на этом. Есть чисто семейные, есть чисто для взрослых. Это все есть. И это настолько масштабно, что за один вебинар мы не справимся. Это не тот остров, который надо вот пробежали и убежали. Белые дюны, черные пляжи, серые пляжи, каменные ванночки. Что хотите есть? Хочу лес. Но он не такой роскошный, как на Гран-Канай, на Тенерифе, потому что он сгорел, и он сейчас возрождается. Ну да, этого нет. Но зато у нас пляжи. И люди все-таки зимой, наверное, поедут на пляжи. Хотя наш турист, насколько я знаю, достаточно активный. Это не тушки, лежащие на пляже, это люди, которые идут на экскурсии. Пожалуйста, я вам дана для всех контактов. И Валя вам даже для всех контактов. Прежде чем куда-то поехать, проконсультируйтесь у меня. Я вам опять-таки повторю, где какие что, где какие особенности курорта. То есть я и Валя, пожалуйста, ваши контакты.
Нужен там англо-русско-украинско-говорящий персонал, поищем, найдем. Конечно, у нас не так развит этот туризм, как на Тенерифе, и, соответственно, у нас персонал достаточно ограничен, но он есть, и мы с удовольствием встречаем, мы провожаем, мы контролируем, мы каждый раз на связи. То есть это тоже есть. Вы не в пустыню отправляете своих людей. Мы с Валей разработали еще в свое время, когда была пандемия, все уходили в виртуал, мы тоже туда ушли. И мы создали на основе нашего Министерства по туризму YouTube-канал, где 72 коротких видео, обучающих для вас и для ваших клиентов, где расписаны маршруты, где расписано, куда поехать, все картинки, все короткие неутомительные видео, как обучающий материал. Для этого у нас есть презентация, и я попрошу Валю, чтобы она просто это скинула, раз уж я не могу это сделать, то пусть она, пожалуйста, скинет наш Facebook, Telegram-канал, YouTube-канал. Они, правда, и это все для вас. Это в открытом доступе. За это ничего не платится, потому что это обучающая академия. Помимо этого, с Валей мы создали вот такие вот вебинары, и мы с удовольствием их для вас повторим. Подробные по курортам, по отелям, по статусности и так далее. Вот это, что я хотела сказать сегодня вам. Можете задать мне вопросы, если я их, но только я их не увижу, я их, наверное, если меня их кто-то прочтет или спросит. Алло, я говорила в пустыню? Или кто-то там есть? Алло, есть жизнь на Марсе? А есть, есть, ждем, может, в чате кто-то что-то напишет. Пока молчат. Хорошо, я хочу еще раз сказать. Итак, к нам едут круглый год. Я сказала, что сентябрь, октябрь, ноябрь – это самое выгодное время, потому что уже никуда особо не поедешь, а к нам ехать надо. До 15 декабря еще можно купить билеты, потом вся Европа ночует, зимует у нас. Более или менее такой мягкий месяц, когда не такое большое количество туристов, это май, но в мае вам есть куда поближе приехать. Мы круглогодичный курорт, но есть разница, скажем, в температурах, температура воды, температура воздуха, но это так же, как вы наверняка учили по Тенерифе, многие знают Тенерифу. Ребята, наши коллеги из Тенерифы молодцы, они вложили много сил и денег в это, я их понимаю. Мы на рынок вышли ровно за полгода до пандемии. Поэтому, собственно говоря, такая жемчужина испанской короны Гран-Канария, которую прекрасно знает и любит Европу, мало известна, скажем, на нашем рынке. Хотя, если вы обратили внимание, то Канарские острова называются Канарскими, а не Тенерифскими. Поэтому все-таки сердце Канарского архипелага – это Гран-Канария. Отлично. Вика, я тебе только пополню, что немножко о курортах я сегодня расскажу, пробегусь. Да, но то, что мы делали с тобой именно по сегментам, это было очень, очень глубоко. Мы этот остров разобрали на все части, поэтому, если что, я обязательно с удовольствием подписываюсь на серию вебинаров. Вот. Так. Я свободна с 6 где-то с 10 октября и до Нового года. Я абсолютно, как вы скажете, так и будет. Есть некоторые, конечно, у меня занятые дни, но если вы скажете, в такие-то дни мы договоримся, мы делаем эти вебинары, я найду возможность обязательно присоединиться и будем делать так. Я рассказываю про красоты острова, а Валя вам будет рассказывать более подробно уже такие вот технические детали. Если вам эта идея хоть как-то улыбнулась, мы только за. Ну да, я сегодня еще постараюсь максимально рассказать про отельную базу, да, без чего продавать остров сложно. Вот, Вик спрашивает, в телеграм-канале есть? Да, Валечка, пожалуйста, моя подпись, я тебе сейчас скину ее в WhatsApp. Там все вот эти вот... Да, я в конце вебинара тогда скину в чат. Да, девушки, вы не переживайте, мы всю информацию обязательно передадим агентствам, все ваши презентации, и будет в общем пользовании. Все, спасибо. Я тогда, с вашего позволения, убегаю, потому что я сегодня улетаю, поэтому я немножко в стрессе. Я вас всех очень жду.
Я передаю привет, и я безумно рада, что наконец-то у нас пошло какое-то движение. Вы себе не представляете, как же это приятно. Я еще помню те времена, когда мы пришли живьем к вам в офис, Вали, и даже говорили о прямом перелете на Гран-Канарию. Я это не забыла. Я на это очень надеюсь. Так что, девочки, люблю, целую, я полетела. Обязательно. Спасибо большое, Вика. Хорошего дня. До свидания. Хорошо. Я тогда готова перенять слово Вике. Только единственное, Алена, подтвердите, что мою презентацию видно, и я тогда отключу видео и начну максимально быстренько рассказывать об... Да, ваша презентация, все на экране, можете видна, начинать. Видно, да? Да, да. Спасибо. Я, с вашего позволения, отключу видео, чтобы оно не отвлекало, если у кого-то выходит так, вот так. Ага. Зовут меня Валентина. Я представитель принимающей компании, которая уже не первый год мы работаем. Ну, с этой компанией мы работаем первый год, с TPG. Очень рады нашему сотрудничеству, поэтому с удовольствием подписались на такой вебинар и рассказать вам много полезного, рабочего по острову Гран-Канария. Как уже Виктория отметила, да, это жемчужина короны испанской. Вот, и здесь на самом деле очень обидно, да, за Гран-Канарию, что она остается в такой тени острова Тенерифе, хотя ничем не уступает. И в какой-то степени я бы даже сказала бы, что превосходит, да, в некоторых моментах. Ну что ж, давайте начнем с того, что, конечно же, чтобы определиться, да, куда же отправить туристов, в какую часть, то, конечно же, нужно понимать, что главная, основная цель поездки на Гран-Канарию – это отдых или совместить отдых с экскурсиями, это семья, это... молодожены, да, это группа друзей, которые хотят отдохнуть. Вот. А также очень важно, насколько готовы далеко от аэропорта, да, отъезжать, что бывает, что поближе, чтобы минимальное время было затрачено на трансфер. Это тоже очень важно, и на Гран-Канаре предоставлены разные курорты и по курортам чуть дальше, я покажу даже, как они расположены. Вот, близость к достопримечательностям. Те, кто хотят изучить остров, познакомиться с их культурой, гастрономическими, да, ценностями и исколесить этот остров вдоль и поперек, то лучше всего это делать с северной части, да, с Лас-Пальмас, но с юга это тоже возможно, просто немножко будет это побольше времени на дорогу уходить. Инфраструктура курортов, да, что более необходимо для туристов, активная жизнь или все-таки поспокойнее, да, чтобы был песок белый или, возможно, чтобы пляжи были с черным песком, потому что на Гран-Канаре, конечно, очень много пляжей с белым песком, и он не искусственно. Да, есть некоторые, но дюны же как-то образовались на острове Гран-Канария. Так вот, надуло с Африки, поэтому пляжи белые, песчаные, они отличаются, например, от Тенерифе. Да. Если мы посмотрим остров, остров небольшой, это такой вот жемчужинка, да, кругленькая жемчужинка. Если видите мою руку, да, на презентации, где аэропорт, где самолетик, это вот ничего не видно. Не видно презентации? Не. Так, у кого не видно? Да, видно. Да, я просто, может, какая-то техническая, но мне кажется, если бы не видели меня, то все видно. Видно карту, отлично. Спасибо. Ну, я вибачаюсь, не видно. В мене просто картинка польотної програми і все. Нічого не йде. Альона, а можете, да? Зараз екран Валентина в роботі. Видно розстояння від аеропорту Гран-Канарія до... Видно карту. Розійдіть просто.
Да, перезайдіть, будь ласка, можливо, якийсь ну, зв'язок інтернету там. Тогда я продолжу. Вот. А самолетик, где находится, это, можно сказать, почти по серединке. На север это у нас уходит в Лас-Пальмас, а на юг мы уходим к основным курортам, да, те, кто больше предпочитает именно пляжный отдых и отдых на территориях отеля с большой инфраструктурой, с развлечениями и даже с all-inclusive. Соответственно, здесь основные, да, Playa San Agustin и еще один, который я вот буквально сегодня добавила, так как отели прислали контракты, Playa Feliz или Bahia Feliz, это счастливая бухта. Она чуть-чуть раньше, чем Playa de Agustin, получается 20 километров от аэропорта, вот здесь примерно. И дальше пошли у нас Playa San Agustin, Playa del Inglés, Maspalomas, Milaneras, Пуэрто-Рико и Пуэрто-Моган. Да, вот Пуэрто-Рико и Пуэрто-Моган уходят самый дальний. Сегодня по отелям я буду больше делать акцент, конечно, на южной части и на территорию Маспаломас. Пуэрто-Рико и Плая де Моган я немножко расскажу, в чем они, их особенности, чем они отличаются. Там отельная база небольшая, и, соответственно, много про отели там нет смысла даже рассказывать. Дальше, если мы посмотрим то, что я вам комментировала, да, что мы будем говорить большую часть, конечно же, о главной туристической... Так, почему-то у меня не убирается. Туристическая зона на острове Гран-Канария – это Маспаломас. Да, она состоит из разных курортов, и вот видите такое желтое пятно, это знаменитые дюны, это национальный парк, он защищен, но там также могут многие приходить, загорать, в этой, именно в дюнах очень любят нудисты прятаться, да, и отдыхать. Вот. И с другой стороны от дюн, да, с одной стороны Playa Los Angeles, с другой Маспаломас, Милонерос, и уже остальные курорты, они будут удалены. Но основная туристическая зона, это, конечно же, Маспаломас. И немножко о каждом курорте, чтобы у вас эту презентацию коллеги вам отправят тоже, чтобы она у вас была как такая шпаргалочка, подсматривать. Playa Feliz – это счастливый пляж, на самом деле очень маленький, спокойный, в 20 километрах от аэропорта. Но есть вся инфраструктура для отдыха. Есть отели, есть апарт-отели. У нас в этой зоне есть отель 4 звезды и 3 апарт-отеля, которые 2 звезды, но по цене 2 звезды, но по качеству все 3. Поэтому можете спокойненько смотреть и потом их предлагать. Поэтому он небольшой, но здесь очень любят апартаменты. Почему? Потому что европейцы, скандинавы, да, они приезжают и зимуют. Вот, поэтому даже вот этот курорт такой, он один из самых молодых, его назвали счастливым, что люди там счастливы. Вот, как вы видите, пляж в основном черный, но есть и также песочек, да, чтобы, где можно отдохнуть, полежать, но более такой вход, ну, местами каменистый, да, если сравнивать с другими. Вот, и эту часть... Этот курорт очень многие любят видсерфинги, да, потому что в этой части чуть чаще бывают волны, которые нужны вот для этого вида спорта. Следующий, Playa San Agustin. Также спокойно, если сравнивать с другими, да, курортами. Вот. Некоторые отели расположены на возвышенности. Те, которые предлагаем мы, о которых буду сегодня рассказывать я, это в основном довольно близко к пляжу и без всяких таких походов по горам. Пляж, песочек.
да, есть небольшие камушки, да, но довольно пологий, спокойный вход, и он не такой загруженный, да, потому что на этом курорте есть отели достаточно, ну, скажем, в которых туристы любят отдыхать именно на территории отеля, поэтому на пляже всегда есть место. Вот. И, конечно же, так как многие отели на возвышенности находятся, как вот, например, Абора Интерклуб, то оттуда открываются изумительные виды, да, на живописные природные ландшафты, которые можно видеть здесь и еще там в Пуэрто-Рико, например. Плая дель Инглес – это самый популярный курорт. Здесь, конечно же, веселье, разнообразные развлечения, много дискотек, баров, ресторанов, развлекательный комплекс Джумбо Центр. Все это широченный, 80 метров шириной пляж и почти 3 километра длиной. Это золотистый песочек, да, спокойные воды. Здесь на фотографии выглядят как будто бы такие волны, но это на самом деле отдыхать и плавать не мешает, да, все-таки не забываем, что это океан. Также и вдоль вот пляжа есть шикарная променад, пасео, как его называют, набережная, да, вот, и можно прогуливаться вдоль океана, вдоль пляжа и наслаждаться видом. Что касается детей, также есть разные специальные площадки, как и отели очень с развитой детской инфраструктурой, но и также есть тематические парки, которые находятся на территории местности, да, это куда можно с детьми сходить отдохнуть. Ну и, конечно, Плая дель Инглес – это известный гей-курорт, да, всего мира, как, ну, здесь на самом деле европейские направления все больше и больше развивают это направление, гей-отдых и многие направления, да, вот позиционируют. Но что мы можем сказать на этот счет? Что как уже доказано, что представители данного сегмента, да, они выбирают самые лучшие, самые красивые и самые уникальные места. Поэтому не зря они выбрали этот курорт своей, как скажем, базой, да, но это не то, что там они везде на каждом углу. Вот, просто есть сконцентрированные отели специально только для такой категории туристов и клубы, где тоже они могут спокойно отдыхать. Поэтому особо я скажу, сколько раз я была на Гран-Канарии, мы гуляли по Плая Инглес, смотрели отели. Я такого, ну, чтобы там это очевидно было, не замечала. Поэтому в этом плане можно спокойно продавать это направление и этот курорт и не думать, что это будет как-то мешать. Маспаломас и Кампо Интернациональ. Маспаломас, он находится, ну, скажем, между Маспаломас и океаном, разделяют дюны. Да, это главная туристическая зона, очень развита, да, и пляжи, да, пройдя через дюны, то попадаем к шикарным золотым пескам, вот, спокойная вода и широкий длинный пляж. Вот, это самый символический пляж, да, потому что, ой, извиняюсь, возвращаюсь, вот, так как дюны, да, это просто волшебство на самом деле. Можно день провести, гуляя, и каждый раз кажется, что это что-то уникальное, необычное. И когда я первый раз гуляла там, то после телефон был просто в фотографиях, да, и ты думаешь, боже, мне кажется, один песок, да, но разные виды, разные рисунки дюны показывают. Вот, и несмотря на то, что отели находятся прямо у дюн, да, то есть некоторые отели, где есть прямой выход к дюнам, но есть, где нужно обойти, и в Маспаломас и Плая дель Инглес многие отели расположены чуть-чуть отдаленно от пляжа, поэтому отели многие предлагают трансфер до
пляжа, и тем самым люди спокойно могут отдыхать и на пляже, и не уставая приходить и уходить оттуда. Мелонерос. Мелонерос – это пляж примерно, ну, один из таких, скажем, небольших, вот, но мелкий смешанный песок, золотой, серый, да, есть немножко галька, есть камни, но здесь на самом деле Мелонерос, если вы видите вот от фаро, от маяка, туда дальше мы, если уходим, вот пляж, маяк, и дальше идет вот эта часть Мелонерос, и вот там именно сконцентрированы отельная база, которая в основном состоит 4 супериор и пятерки. Да? И поэтому как бы, получается, что отель на первой линии, но до пляжа вот нужно прийти сюда, в эту часть больше. Вот. Очень ценится у взыскательной публики, да, так как помимо отелей есть еще модные бутики, рестораны, гольф-клуб, гольф-поля, да, поэтому очень так... И Мелонерос, вот по этому пляжику можно спокойно попасть на дюны. И из самых удаленных это Пуэрто-де-Муган, да, он такой, скажем, живописный курорт, рыбацкий поселочек, даже можно сказать, да, так как имеется порт, и расположен в устье крутой долины, да, он так закрыт, вот, и каналы, связывающие марину, скажем, с рыбацкой гаванью, стали причиной того, что курорт прозвали Маленькой Венецией или Венеция Канарских островов. Да, очень красиво, можно туда приехать, просто не жить в этом, а приехать на денечек и погулять, выпить кофе в порту и отдохнуть. Но также есть отели немного, да, несколько отелей, как Radisson Blue есть там, Бикордиаль тоже один из отелей, где на территории его находится ресторан со звездой Мишелин и вообще как он, как ботанический сад. Вот. Пляжик небольшой, да, хватает места для тех, кто приезжает отдыхать, но это больше даже для такого, чтобы погрузиться и понять, что остров очень разный. Что касается отельной базы, да, это важно. Все-таки, когда летят туристы, нужно правильно подобрать отель, чтобы они были довольны и чтобы снова и снова возвращались к вам. Что хорошо с Гран-Канари работать, что есть отели на любой вкус, всех категорий, звездности, да, как я упоминала, вот Бая Фелис, цепочка групп отель, у них есть апарт-отели, которые позиционируются 2 звезды, да, у нас, мне казалось всегда, что они 3, потому что я знаю качество, я знаю сервис, да, и когда контракт смотрела, что у меня это удивило, потому что туда очень много приезжают повторных туристов, вот, это как чуть ли не на свою вторую резиденцию прилетают. Плюс различные опции по питанию, что от room only до all-inclusive. Также отдаленность от пляжа, океана, да. Есть отели, которые подальше, но побольше территория, да, на территории больше активности. И если, ну, такие отели, как 4 звезды, да, в основном предлагают шаттл до пляжа. Дополнительными сервисами тоже очень многие отели есть со спа-зоной, да, разные сейчас очень много всяких ориентир на правильное питание, правильный здоровый образ жизни, да, поэтому многие отели стараются идти в ногу со временем и предлагать все эти услуги. Ну и, конечно, концепции тоже разные, есть only adults, family friendly, gay friendly, и что очень важно тоже, да, понимать, это сезонность и ценовые диапазоны. Немножко привела вам карту, она, смотрю, чуть-чуть так
съехала, да, но можно понимать, что октябрь-ноябрь это такой средненький, потому что, как Виктория сказала, это самые шикарные месяцы. Начало декабря, оно всегда такое, скажем, по цене дешевле, потому что многие готовятся к новогодним праздникам, да, но когда начинают там, с числа 20 до числа 5, 5, 6, даже 4, 5, скажем, января, это высокий сезон. Да, если сейчас вот я сравнивала, специально посмотрела для себя лично, да, чтобы понимать, на Тенерифе намного больше стопов на новогодние праздники, чем на Гран-Канарии, да, что дает понять, что как бы еще есть шанс забронировать хорошие отели по хорошим ценам, потому что многие сейчас еще действуют раннее бронирование или скидки специальные на новогодние даты. Февраль-март всегда будет средним периодом, да, такой, потому что в Европе это самые холодные месяца, а на Гран-Канарии это шикарно. И апрель, май, июнь, июль до середины июля – это низкий сезон, это шикарно, да. Апрель, кроме пасхальной недели, да, все-таки не забываем, Гран-Канария входит в состав Испании, Испания – католическая страна, соответственно, католическая Пасха – это высокий сезон, плюс еще также с Европы туристы прилетают на детские каникулы отдохнуть. Вот, это касается сезонности, и, соответственно, это влияет на цены. Если посмотреть по общим информации по отелям, все очень просто, да, единственное, нужно предупреждать, что чек-ин примерно в каких-то отелях с двух, где-то с трех, максимум с 4 часов, и чек-аут обычно 11-12. Детская кроватка в основном везде предоставляется бесплатно под запрос. По дополнительным кроватям всегда, если есть какие-то вопросы, вы всегда можете уточнить у наших коллег из TPG, да, что если там едут 4 женщины, да, какие кровати. Но очень многие отели уже ставят 2 одноместные кровати, да, и сейчас все реже можно найти именно 2-спальные кровати, если мы не говорим об отелях only adult. Вот, и если это 3-местное, 4-местное размещение, то обычно это происходит или на 2 дополнительных односпальных кроватях, или диван-кровать, который 2-местный, да. Дополнительных кроватей не приносят ни раскладушек, ни приносят других. Все, что имеется в номере из мебели, на том и осуществляется размещение. Замена ужина на обед в отелях, которые работают по системе, также по системе All Inclusive, такую услугу разрешают. Некоторые отели сейчас начали, те, которые full board тоже, да, был один период, что нет. Вот, но понятное дело, что если нету возможности обедов, то такую услугу невозможно. Это все делается на месте, подходите на ресепшн и говорите, что завтра вы пообедаете, потому что вечером у вас другие планы. Рождественские новогодние ужины. В основном на халфборде, фуллборде и all-inclusive они обязательны и за доплату. Да, обычно в наших расчетах, когда уже бронируют наши отели, да, то если новогодний ужин или рождественский обязательно, он включен в стоимость. Если же по желанию, да, то он будет выходить как опция, и коллеги из CPG могут вам сказать, что да, такая возможность есть, можете вот за такую сумму там на завтраках предложить. Такие отели, как Paradisus, да, которые работают только на все включено, то у них уже новогодний ужин включен в стоимость, и дополнительной оплаты не требуется. Да, поэтому если нету никакого примечания, значит, он уже включен. Очень многие отели предоставляют или комплимент для молодоженов, или же скидки. Это тоже очень важно, потому что Гран-Канарию нередко выбирают, все чаще и чаще выбирают для медового месяца. Вот. Иногда бывает, что в первый же день приезда молодожены не получили какой-то там презент, да, или там бутылку шампанского с фруктами. Отель всегда старается на следующий день предоставить это, потому что иногда бывает поздно заехали, да, там, или чтобы
Лучше принести на следующий день, когда уже точно туристы заселились, это более приятно. Депозит. А в некоторых отелях при заселении, да, сотрудники отеля могут попросить предоставить кредитную карту. Если кредитной карты не имеется, то могут попросить депозит наличными, но это больше для удобства туристов именно во время отдыха, чтобы в ресторанах не постоянно не оплачивать, а записывать это все на номер. И курение. Последнее время для Европы, особенно для некоторых стран, где курение разрешено во многих местах, это была такая проблема, что на Гран-Канаре в многих отелях отвели определенное место, где можно курить, что не во всех зонах, да, можно курить. Особенно у бассейна не разрешается, около где зона мини-клуба, да, это все стараются контролировать, чтобы не мешало людям отдыхать. Здесь добавила, скажем, слайд лайфхак. Как быстро продавать Гран-Канари, особенно когда направление новое, когда не знаешь, что я вам предлагаю познакомиться с цепочкой Лопесан. Лопесан – это локальная цепочка на Гран-Канарии, которая в состав которой входит 11 отелей, и включают несколько суббрендов. И каждый из этих суббрендов, он ориентирован на определенную аудиторию, тип услуг. К примеру, Лопесан Hotel Resorts. Это бренд для тех, кто ищет роскошь и высокий уровень сервиса. Это в основном пятизвездочные отели. Пятизвездочные отели, шикарные территории с большим номерным фондом, с изумительным сервисом, дополнительными услугами и обслуживание. Абора by Лопесан. Все, что где вы видите в названии Абора, это ориентир в первую очередь для семей. Это активные туристы, которым нужна с утра до вечера анимация, им нужна движуха, им нужен all-inclusive. Они будут отдыхать на территории отеля, тусоваться, развлекаться, all inclusive 24 на 7, да, даже ночью можно где-то что-то перекусить, вот, поэтому это очень важный момент, так, как бы мне убрать. И Corralium by Lopesan, он ориентирован только на взрослых, их всего два отеля, да, и эти отели у них расположение ближе к морю, обычно это первая линия, это более спокойствие, это такой более спокойный и непринужденный отдых. Да, поэтому здесь есть еще отель Кумара, который расположен на территории гольф-полей. Я про него рассказывать не буду, он небольшой. Там у европейского одного туроператора очень большая гарантия, и поэтому туда попасть очень сложно, но под запрос мы всегда это можем предложить. Вот, и, соответственно, несмотря какой бренд выберут туристы, вы можете быть спокойны за то, что будет питание отличное, сервис шикарным, людям понравится все, потому что номера очень многие за пандемию, да, освежили номера, да, то, что в этом плане как бы они чистые, ухоженные, территории довольно большие. И в этом вы можете спокойно быть, что любой отель цепочки Лопесан, он понравится туристам. И не нужно там 100 отзывов перечитывать перед тем, как предлагать их. Соответственно, здесь небольшие такие, скажем, подсказочки, что вы увидите на слайдах, да, в основном это количество номеров, такие, скажем, технические моменты, которые вы будете видеть, но я в основном буду делать акцент на те комментарии, которые, мне кажется, важно знать по тому или иному отелю. Здесь добавила вам карты, чтобы вы немножко видели, да, Байя. Playa Feliz, это вот самый, который ближний к аэропорту. И здесь 4 отеля, которые вот у нас будут, да, в этой зоне. Из 4 звездочных это групп-отель Orquídea, апартаменты Las Pitas, Tres Vidas и
и Playa Feliz. А на карте почему-то вот здесь есть 4 звезды, это неверная информация, они все двухзвездочные, да, апарт-отели. Вот, и вы видите, да, что они все довольно рядышком находятся, и вот эта желтая линия, да, которая, это пляж, куда они могут ходить, где единственное, вспоминаем фотографию, это темный пляж. Из четырех отелей расскажу о двух, да, группа отель «Орхидея» — это 4 звезды, он работает именно по принципу отель, демократичный отель в плане цены, но с отличным питанием, обслуживанием, подойдет как для семей, так для пар, для компаний, друзей, без проблем можно выбирать. То, что очень важно, да, что многие отели на Гран-Канаре в зимний период – это бассейны с подогревом. Здесь он точно есть. Плюс в этом отеле, так как мы знаем, сейчас очень часто выезжают там, да, по 2 семьи или там семья с детками и хотят, чтобы жили рядышком, то в этом отеле имеется возможность смежных номеров. Это обязательно под запрос, да, это будут стандарты в основном. Вот, и плюс также в этом отеле есть уникальный спа-центр, который под открытым небом и тоже большой перечень услуг предлагает. Вот. Здесь специально поставила фотографию, чтобы вы понимали, номера довольно большие, да, это от 30 квадратных метров, и они как двухуровневые. Наверху две односпальные кровати, и внизу идет диван-кровать, да, один и второй, чтобы еще можно было двух детей уложить. Так, как же мне убрать вот эту... Так. Как вы видите, типы питания в этом в отеле от завтраков до all-inclusive, плюс также это первая линия, это можно сказать сразу с территории отеля, попадаем на променад к пляжу. И из этой же цепочки группа отель Playa Feliz, 2 звезды, это уже апарт-отель. Да, то, что очень спокойно можно предлагать, да, тут зависимость уже от цены и наличия, да, где есть наличие, цена какая, то отели, группа отелей, у них одни стандарты, что касательно обслуживания, также и питания. Вот, если посмотрите главную фотографию, да, где с анимацией, то большая часть номеров это вот такие бунгало, да, это одноэтажные бунгало, терраса с выходом, такой маленький садик, двухкомнатные апартаменты также могут быть дуплексами, двухэтажными. Вот, во всех апартаментах имеется кухня, да, оборудована, поэтому апарт-отели, в которых их 3 в этой зоне, они предлагают типы питания от только апартаменты и до all-inclusive, на любую категорию, кто как пожелает. Вот, чуть-чуть подальше от пляжа, но это тоже с территории отеля можно выйти уже на променад и дойти до пляжа. И, конечно же, здесь сделан акцент больше на детей, на развлечения, и очень активная дневная анимация, поэтому там всегда так живенько. Вот, и в зависимости, в какой части расположен апартаменты, то многие отели, многие апартаменты имеют вид на море, да, поэтому преимущество вот таких маленьких курортов, что отельчики находятся очень близко к океану и очень красивый вид. Playa de San Agustín. Здесь хочу подметить, здесь буду рассказывать о 3 основных, еще на карте почему-то выходит Мелиата Мариндус, это Парадисус, да, здесь у нас Абора Интерклуб Атлантик. Абора Интерклуб Атлантик, он единственный, который расположен на возвышенности, да, из тех отелей, которые мы предлагаем. Но спуститься там можно довольно комфортно до пляжа, до променада, поэтому не должно никаких проблем быть. Но зато из этого отеля очень красивые виды. И если апартаменты или номер с видом, то вообще там на террасе можно просто жить. Как вы видите, да, что
зона пляжа довольно широкая, продолжительная, и там это желтенький песочек. Как я уже начала про Абора Интерклуба и Лопесан, вспоминаем Абора, это про семью. Это и виды красивые. Есть на территории отеля, так как, несмотря на то, что он ориентирован больше на семью, на семейный отдых, есть также зона только для взрослых. Да, зона с бассейном для людей, которые, ну, не очень любят, что вокруг бегают дети. Это тоже очень хорошо. И для детей есть также бассейн с горками. Да, вот специально фотографию поставила, чтобы вы видели, что да, они не супер гигантские, но все равно для детей это очень классно. Система все включено 24 на 7 by Abora. Что это означает? Это означает, что 24 часа есть возможность что-то перекусить, особенно если поздний прилет или очень ранний выезд. Поэтому в отелях Абора всегда люди будут сытыми. Если кто-то работал ранее с Гран-Канари, то это бывшая цепочка IFA Interclub. Да, здесь то, что Абора, например, Сан-Августин, в основном отели Абора, минимальное питание, это будет all-inclusive. Номерной фонд довольно большой, поэтому наличие всегда, хоть какая категория, но всегда есть. Coralium Beach by Lopesan. Да, это уже для взрослых от 18+, расположен на первой линии. Как я уже комментировала, Coralium это более для спокойных отдыха, да, живая музыка вечером, такая лайт-программа развлекательная в течение дня. И уже Coralium, так как он довольно, так скажем, сердце курорта, он предлагает типы питания от завтраков до all-inclusive премиум. В многих Лопесан отелях вы увидите аж Halfboard премиум или All-Inclusive премиум. Премиум это означает, что добавляются еще также интернациональные напитки, более дорогие. В обычном All-Inclusive это в основном пиво, вино, кава, ну, скажем, домашнее, да. В Испании это ни капельки неплохо, да. Вот. А в премиум это уже любые премиум напитки также включены. На питание это никак не сказывается. Очень многие, как вы увидите, отели были реновированы в 18-м, 19-м или в 20-м году. Но так, несмотря на то, что от Гран-Канария это круглогодичное, да, направление, очень отели стараются поддерживать в состоянии хорошем номера, подкрашивают, ремонтируют, если нужно. Поэтому вот для взрослых можно спокойно рекомендовать Coralium. Из пятерок в зоне Сан-Августин. В первую очередь, конечно, рекомендуйте Парадисус. Это, скажем, второй отель Парадисус. Один есть на Лансароте и один на Гран-Канарии. Вот они почти в одно время запустили такой пробную версию, потому что, если вы знаете, да, Парадисус — это в основном Карибский бассейн, это и попробовали также на Гран-Канарии Лансароте. Про Лансароте не знаю, но на Гран-Канарии он сработал очень-очень круто, да. Он, зашла эта концепция, и очень за прошлый год очень хорошо был заполнен отель. Отель реально соответствует всей пятерке сервисам пятизвездочного отеля именно марки Paradisus. Работает он исключительно на все включено, других типов не предлагается, так как вы помните, да, Парадисус это в основном карибские направления и минимальное питание там all-inclusive. В 2022 году была реформа конкретная, да, это было полностью реновировано, многие новые категории добавлены, более такие большие номера. Вот. Плюс то, что имеется возможность
предлагать номера с сервисом The Reserve, но он только для детей, для взрослых от 16 лет. Да, что означает The Reserve? Это отдельная ресепшн. Также лаунж-зона, где можно в течение дня всегда есть напитки, знаки, тишина, покой. Плюс в этом отеле, если, несмотря на то, что есть номера Junior Suite, где можно 2 плюс 2 или там 3 взрослых, но если больше количества, да, в семье, то можно запрашивать смежные номера премиум. Вот. И плюс обращать внимание, что есть разные виды, да, что если людям принципиален вид на море, то бронируем категорию с видом на море, да, потому что здесь уже не прокатит забронировать стандарт, премиум, да, и попросить боковой вид на море. Разные есть виды, есть на город и горы, есть на море. Во всех номерах имеются халат, тапочки, все принадлежности довольно высокой марки. Вот. И плюс это первая линия, можно сказать, сразу с территории отеля попадаем в зону пляжа. Также этот отель очень хорошо позиционирует себя в сегменте MICE, наличие залов для семинаров и вместимостью аж до 230, даже где-то до 300 человек. Вот, и, конечно, после того, как они поменяли концепцию, он раньше был Мелия, сейчас он Парадисус, конечно же, было добавлено еще гастрономические разновидности, добавлены новые рестораны, их на территории аж 8 ресторанов, вот, и а-ла-карта, которые также можно в рамках all-inclusive посещать. Так, переходим в Playa del Inglés, вспоминаем, да, самый длинный, самый широкий пляж. И здесь мы, у нас первый отель, который мы предлагаем, это Беверли Парк, 3 звезды, который сейчас перешел работать только на все включено. И все вот эта зона, вся эта зона, это вот все Playa del Inglés, да, например, вот Абора Буэнавентура немножко удалена от пляжа, а Бора Континенталь, наоборот, приближен. И, соответственно, имеются Коралиумы, есть и Рио, есть Серватур, отели. И очень много апартаментов, апартаменты, с которыми мы не работаем, да, потому что у них уже они ориентированы на другие рынки. И, соответственно, мы предлагаем в этих зонах только проверенные продукты, что узнаем, что туристы будут счастливы, довольны и вернутся снова и снова. Итак, то, что я комментировала, Беверли Парк, релакси, это можно сказать, с чего начинается Playa del Inglés. 3 звезды. Находится, можно сказать, там в 100 метрах от пляжа через дорогу, да, перейти. Очень хорошее соотношение цена-качество. Сейчас отель работает, по крайней мере, у нас контракт. Я где-то видела, что выходит и на завтраках, но мы работаем по контракту, который только на все включено. Соответственно, других типов питания это только будет динамически, скорее всего. Вот. Так как находится в начале Playa del Inglés, это довольно спокойная зона. Да, есть разные номера, да, есть видом, который с видом на море, соответственно, будет повыше этаж и в часть океана, да, вид будет выходить. Бассейн с подогревом, также в зимний сезон он подогревается. И то, что отель, несмотря на то, что почти там 470 номеров, но отель очень любит группы. Поэтому иногда бывают вот эти стопы на 3-4 ночи, которые нам не дают продавать на длительно. Но мы всегда стараемся запрашивать, если отель может, он старается все-таки взять. Дальше. Так, почему-то идет. Ага. Следующее в Playa del Inglés – это Абора Континенталь.
довольно близко, тоже в начале, скажем, да, в начале Flying Glass, поэтому где-то 200 метров до пляжа. Как вы видите, все номера, они чистенькие, реновированные. Есть семейные номера, да, которые да, более большие. Очень хорошее питание. Есть также для деток отдельная, скажем, станция, где чистая еда для деток. И, как вы видите, тоже питание – это all-inclusive или all-inclusive премиум. На самом деле, премиум это берут только те, кому реально какие-то там напитки особые нужны. Вот, два ресторана, три бара, три бассейна, да, есть детская анимация вообще изумительная просто. Детей не оторвать. Хотя для родителей, мне кажется, это то, что и нужно. Вот. И в 2018 году, буквально перед ковидом, был полностью реновирован, была поменена концепция, цветовая гамма, выбрана новая. И так вот они поддерживают в этом состоянии. И Бора Буэнавентура, да, он чуть-чуть удален. Если потом вернетесь на карту, тоже большой отель, номерной фонд более 700 номеров. Плюс три бассейна отдельные, да, где есть на одни, которые более так с детскими горками, есть поспокойнее, есть общий. Мини-клуб шикарный, семейные номера, тоже довольно большие, просторные. И здесь единственное уже добавляется хавборд как минимальная категория по питанию. И, как я уже комментировала, да, что некоторые отели, вот Абора, Буэнавентура, у них есть трансфер до пляжа. На ресепшн обычно выставляют расписание, сколько раз, в какое время отходит автобус от отеля и потом с пляжа до отеля. Риу Папайя также расположен удаленно чуть дальше от пляжа, но за счет этого они как бы дают больше сервиса на инфраструктуру отеля, да, и чем дальше от пляжа, тем более вероятно, что отель будет работать только на все включено. Очень много отелей работают на все включено, именно в Flying Glass, которые расположены в верхней части, как мы называем. Также до пляжа курсирует бесплатный автобус. Имеются номера Family to Bedroom. И то, что были просто инциденты, да, что тренажерный зал не пускали с детьми, даже просто если дети заходят, да, посидеть, просто пока родители отдыхают. Вот, поэтому цена-качество довольно хорошая. Единственное, что нужно понимать, что Гран-Канария, так же как и Тенерифе, очень многие туроператоры европейские, изначально берут большую гарантию или номерной фонд именно в виде лотмента, и высокие даты, да, это будет проблематично получить наличие. Кораллиум Дунамар, он расположен буквально на первой линии, да, Playa Inglés, очень спокойных тонах, очень спокойная атмосфера, террасы с красивым видом, бассейн расположен на шестом этаже главного корпуса, и оттуда открывается очень красивый вид, да, и также любители нудистского отдыха, да, могут, не выходя из отеля, есть зона, где они могут отдыхать в своем привычном стиле. Да, очень много отелей имеет зону для нудистов, да, и, соответственно, она отдельно показана, и чтобы туристы понимали, что есть возможность там встретить обнаженных людей. Вот. Тут, так как это первая линия, да, то, соответственно, и центр Playa Inglés, то предлагается типы питания от завтраков до all-inclusive, и минимальный возраст для проживания – это, конечно, плюс 18. Риу Палас Пальмерас. Тоже уже, это уже приближаемся к дюнам, да, поэтому чуть-чуть удаленно, но все-таки рядышком еще пляжик доступен.
Вот, всякие очень, так как находится в той зоне, где на пляже расположен сконцентрированное развлечение по занятиям водных видов спорта, то очень многие с этого отеля любят там на пляже отдыхать вот именно за счет вот этих активных водных спорта. Очень зеленая территория, да, довольно такая не маленькая. Вот. Также имеется круглосуточное обслуживание по системе «Все включено», что означает, что в любое время есть где-то какой-то уголочек, где можно перекусить хотя бы какой-то бутерброд, или это не буфет будет накрыт, но еда предоставляется. Очень хорошая анимация, дневная, вечерняя, живая музыка очень, да, часто в разных стилях. И, конечно, для детей они делают очень большой акцент. Это бассейн, это парк, это отдельная программа. Да, как я уже говорила, что бассейн с подогревом почти во всех отелях в зимний период. Зимний период это означает, это где-то с 20-х числа декабря до середины, где-то кто-то до конца марта. Зона Мас-Паломас. Да, вот мы видим вот это пустое пятно. Это натуральный парк, да, это дюны, Лас Дюнас, который разделяет вот немножко Плай-Инглес и Мас-Паломас. Из Мас-Паломас, Риу-Палас Мас-Паломас, он сейчас раньше, до реконструкции, он принимал также детей. В 21-м году он открылся после тотального ремонта и стал только для взрослых. Более акцент сделан. Часто его можно видеть в списках гей-френдли отелей, да, потому что очень любят этой категории. Очень территория осталась зеленая, да, единственное, так как он много лет уже на том месте, очень ухоженная территория. И несмотря на то, что выход прямо в дюны до пляжа, это где-то 800 метров, да, но зато самые шикарные виды на дюны. И из такого, что нужно знать, ну да, Рио это Рио, да, тут очень много рассказывать не нужно, цепочки сами за себя говорят. Просто Лопесан мало кто знает, да, и один такой маленький момент, чтобы вы понимали, на Гран-Канарии нет отелей Иберостар. Только из-за того, что так как преимущество Лопесан отеля, да, то Иберостар нет смысла выходить, потому что конкуренция будет очень жесткая, да, и Лопесан все равно будут перевешивать. Недалеко от дюн также находится Абора Катарина. Опять же, это семейная концепция. Здесь единственное, Абору можно выбирать любую, единственное, отличается по расположению. Да? Также all-inclusive, трансфер до пляжа имеется. И есть зона также для нудистов, потому что территория отеля позволяет иметь отдых для любой категории. И здесь также, что еще, Абору Катарину часто выбирают для MICE-сегмента, да, те, кто любит отдыхать на all-inclusive, и плюс еще и работать, так как имеется три зала целых. Два отеля, Мас-Паломас и Табайба Принцесс, да, расположены примерно от пляжа 1,5 километра. Они, скажем, находятся друг против друга, извиняюсь, и имеют общую территорию. С одного отеля могут ходить в другой. Они такие, как зеркальные, да. Вот. Также, как вы понимаете, если от 1,5 километра до пляжа, значит, рядышком где-то находится природный парк Лас Дюнас. Вот, а имеется зона только для взрослых с террасой для отдыха, но также очень ориентирован на семейный отдых. И есть отдельный бассейн для деток с горочками, да, поэтому можно рассматривать его также для семейного отдыха. Мелонерос. Мелонерос — это у нас уже идет вот эта часть, да, и в основном здесь расположены все пятизвездочные отели, цепочка Seaside,
Рил и Лопесан. Я, конечно, в первую очередь о Лопесан. Почему? Потому что многие их не знают, да, и очень много вопросов. Но те, кто хоть раз познакомился с цепочкой Лопесан, будут выбирать только их. И начнем с одного из моих любимых. Вообще все три отеля, которые Лопесан находятся в Меланерос, они уникальны и оставляют очень такой отпечаток надолго, да, приятного отдыха. Лопесан Коста Меланерос когда-то был 4 звезды. В 2021 году он открылся после полной реконструкции, да, после реформы, обновили полностью свой имидж, модернизовали инфраструктуру, покрытие поменяли, да, в многих общих пользования территории, добавили новые услуги. Если вы посмотрите, да, в отеле насчитывается более 1000 номеров. Это один из самых больших номерных фондов отелей. И вот сейчас, например, там сентябрь, октябрь, очень многие удивляются, почему на Лопесан Коста Меланерос стоит. Так как рядом с этим отелем находится конференц-центр, который также принадлежит Лопесану, где происходят очень большие и масштабные, и важные майс мероприятия для всего острова Гран-Канария. Поэтому в первую очередь размещение идет в Коста Мелонерос и Баобаб. Гастрономическое предложение этого отеля очень широкое на любые пожелания, но даже те, кто не ходили, даже были туристы, которым говорят, мы не хотели ходить а-ла-карте, потому что в буфете было все настолько, как буквально вот весной написала мне знакомая, которая посоветовала, он говорит, Валентина, говорит, я в Азии, да, на Карибах сколько была, он говорит, ну такого ассортимента и разнообразия фруктов, говорит, я не видела там. Поэтому этот отель очень, ну, сейчас уже 5 звезд, да, раньше было 4. Сама архитектура очень впечатляющая. Пышный тропический сад площадью более 76 тысяч квадратных метров. Это более 800 пальм, из которых 100 подвидов, да. Это, можно сказать, как ботанический сад на территории отеля, где многие гуляют и просто даже не хотят никуда уходить. В плане таком технически рабочем, да, я выделила то, что есть делюкс номера и есть делюкс вью. Есть такую вы можете видеть. Есть еще в некоторых отелях Лопесан экономия. Да, экономия это будет самые удаленные номера, ну, скажем, с никаким видом. Это может быть вид на соседнее здание, там, да, или на улицу, или особого вида не будет. Но там цена идет, да, он за счет цены. Если мы смотрим делюкс, делюкс это будет или на улицу, или на горы. Делюкс вью это означает, что будет номер с видом на сад. Делюкс, например, Sea View, конечно, там или Ocean View, да, это будет уже с видом на океан. Просто в Лопесан они раньше не распределяли, и так как отели большие, и, например, тот же Баобаб, он тоже, и Лопесан Коста Меланерос, они большие по очень несколько блоков, и, соответственно, отличались и виды, и расположение. Ниже этаж, выше этаж. Поэтому они сделали дифференциацию номеров, да, и по цене они также отличаются. Выход, прямой выход на променад, но не к пляжу. К пляжу нужно еще пройти 300 метров где-то. Вот, и также имеется испытание, предлагает завтрак и ужин. Эти пятизвездочные отели не работают по системе, все включено. И единственное, что предлагают Halfboard Premium, да, то, что добавляются еще напитки. Лопесан Баобаб.
Тоже мой один из любимых отелей. Он очень эксклюзивный, роскошный комплекс. Он тоже большой довольно, да, но не такой, как Лапсан Костанеллана, всего лишь 677 номеров. В 2009 году он был с нуля построен, да, после этого были, скажем, таких капитальных реконструкций не было, но всегда поддерживают, да, какие-то там номера закрывают, перекрашивают и стараются все поддерживать в очень хорошем виде. На самом деле, хоть и прошло уже сколько лет, 15, да, то все равно отель выглядит очень хорошо. Очень славится своей, скажем, системой бассейнов, их целых 9 на территории отеля, поэтому этот отель даже предлагает людям, ну, туристам, отдыхающим или местным жителям прийти на день и провести день на территории этого отеля, day pass, который можно оформить на ресепшн и провести на территории отеля денек, отдыхая на бассейнах и на территории отеля. Очень, скажем, со своим шармом, со своим стилем этот отель, да, поэтому плюс во всех Лопесан отелей, да, я здесь прописала, не стала в каждом прописывать, есть возможность забронировать номера и уник, да, уник — это дополнительные преимущества, это эксклюзивные полотенца для бассейна, это ванные принадлежности, ритуал, знаки внимания, в номере кофемашинка Неспрессо. Это такие дополнительные сервисы, да, но некоторые категории могут уже быть только исключительно с Юник. И здесь единственное, я перепроверю. Мне казалось, что нет all inclusive, но я перепроверю, что Баобаб единственный, который фуллборд точно предлагает про all inclusive, потому что я это здесь на радостях наставила. Вот, и для детей это, конечно, просто рай, да, и бассейны, и плюс на территории отеля такие есть скульптуры животных, такой как мини-Африка получается. И еще пятизвездочный отель Лопесан Вия дель Конде. На самом деле он уникальный отель вообще на всей Гран-Канарии, не только за счет услуг и сервиса, но и также дизайн стиля вообще самого отеля. Это стиль канарской деревни, это балкончики, это фасады, это фонтаны. А вообще само главное здание, оно вообще построено по канонам неоклассической церкви Иглесия де Сан-Себастьян, которая находится в городочке Агуимеш, на севере, на Гран-Канарии, да, что просто я доехала до этого отеля уже после экскурсии и была немножко так, упс, дежавю, я видела это уже здание, эту постройку. Вот, поэтому очень, очень такой, скажем, отель, который не навязывает анимацию, да, она присутствует. Есть и дневная, и вечерняя, но она более такая, скажем, для тех, кто любит чуть-чуть поспокойнее. Шикарное питание. Питание как и в буфете, так и а-ла-карта ресторанов, оно просто изумительно, да? Все свежее, очень много используется местной продукции. Плюс также имеются номера уник, да, и многие категории с уник, они расположены ближе к пляжу, соответственно, будет и виды красивые с террас. Что еще хотела про этот отель рассказать? Он хоть и на первой линии, но выход на променад и до пляжа нужно пройти 800 метров. Да? Это самый такой, скажем, из Лопесан, самый удаленный. И так, еще у нас осталось... наша Это отель для любителей отдыха, только для взрослых. Отель El Faro, Lopesan Collection. Это премиум-класс группы Lopesan. Расположен рядом с дюнами и маяком Маспаломас, да, который... Он, на самом деле, отель был построен в 2020 году. И как раз, мне кажется, 20-м весной я еще, когда была там, он еще строился, поэтому внутри посмотреть не получилось его на тот момент.
Этот отель именно для такого эксклюзивного отдыха. Чем он уникален? Во-первых, само здание тоже было уже такая архитектура, задумка. Плюс в каждой комнате отеля есть какая-то уникальная деталька. Да? Там, например, встроенная раковина, которая вот просто стала частью дизайна номера. Да? Или в общих зонах сочетается стиль 70-х с природными элементами. Да? Это камень там, или дерево. И что создает вот уютное и оригинальное пространство. На самом деле так очень все гармонично, настолько это все вписываешься, что ты когда заходишь, как будто бы становишься частью этого пространства. Вот. Отель только для взрослых, 18+, не принимает животных, типа питания также от завтрака до хавборда. И чем еще уникален этот отель? Это, можно сказать, один из первых таких концептов Blue Marlin Ibiza, который расположен на Sky Lounge. Это бассейн и зона на крыше отеля с впечатляющими видами на все 360 градусов. И, конечно же, там и бар, ресторан, развлекательные предложения на протяжении дня. Это диджей выступает там. Но терраса – это, можно сказать, изюминка-изюминка, вишенка на таком тортике. Вот, и здесь нужно иметь в виду, что номерной фонд очень ограниченный, да, потому что номера довольно просторные, и максимальное размещение 2 человека, да, 3 взрослых, насколько я помню, может, пару номеров есть, но они всегда под запрос. И можно сказать, вот вы видите фотографию, это прямой выход к пляжу. Отель, который, ну, настолько близко к пляжу Мас-Паломас, это очень мало таких отелей. Из цепочки Seaside хотелось бы отметить Seaside Palm Beach. Это, ну, скажем, как символический отель, как дюны, так и Seaside Palm Beach. Это локальная цепочка. Да. В 2019 году было последние какие-то небольшие ремонтные работы. Один из немногих отелей, где принимают животные, да, Seaside Palm Beach и Seaside, второй отель в их же цепочке, тоже принимает собак до 5 килограмм платно, оплата всегда на ресепшн, и нужно обязательно в момент бронирования указывать. И из Рио. Да, хотелось бы выделить Рио Палас Оазис, который вообще, можно сказать, прямой выход к пляжу Мас-Паломас, ориентированный очень на детскую, ну, на семейный отдых, да, очень для детей довольно хорошая инфраструктура, бассейны, площадки и Риоланд, это мини-клуб, да, специальной программой, вот, И в Рио отелях, да, что очень важно предупреждать, если вы отправляете в Рио 5-звездочные отели, очень строгие условия по посещению на ужин к мужчинам. Мужчины должны быть в длинных брюках. Были просто моменты, да, почему этот пункт и включила. Просто мужчина не взял длинные брюки, приехал просто в шортах, и его не хотели пускать на ужин. Поэтому очень важно, если отправляете в Рио, чтобы мужчина хотя бы джинсы или брюки взяли с собой, чтобы не было никаких проблем. И Рио Палас Мелонерос находится также с изумительные виды, да, в таком, скажем, бело-голубые, зеленые цвета, все так гармонично вписывается в пейзаж. Очень славится своим оздоровительным центром Body Love, да, что тоже многие возвращаются отдыхать именно и восстанавливаться. Расположен примерно где-то 800 метров от пляжа. Что еще прокомментировать? Как бы про Рио очень мало что можно сказать, да, они уже себя зарекомендовали уже много лет на рынке.
Здесь такие подсказочки для вас, да, если по категориям для отдыха с детьми, отдыха для, только для взрослых, да, например, что можно, где-то я указала, что есть зона только для взрослых, да, чтобы отдыхать, и для VIP-клиентов, также те отели, которые, например, я здесь не упоминала, но можно всегда, конечно же, запросить. И последний момент, который хотелось бы вам прокомментировать касательно трансферов и обслуживания на Гран-Канаре, так как мы являемся принимающей компанией. Групповые трансферы индивидуально предоставляются, можно выбрать, да, добавить. Групповой трансфер мы осуществляем на шаттлах канарской автобусной компании, которая работает на многих островах, и мы много лет уже работаем с ними. Единственное, по прилету нужно подойти в их офис, назвать фамилию, и туристам скажут, на какую остановку подойти, откуда отправляется автобус. Автобусы курсируют довольно часто, да, и не нужно очень долго ждать. Дети до 2 лет бесплатно, да, но без места. Если нужно, чтобы ребенок был со своим местом, то это нужно бронировать как взрослого. И очень важный момент, для, чтобы вы спокойно были, пока туристы отдыхают, да, указывать номер телефона туристов. Да, так как на групповых трансферах мы сообщаем время сборов и место, потому что не от всех отелей могут забрать, да, автобус. Где-то нужно подойти на ближайшие остановки. Нужно указывать, мы высылаем там, на WhatsApp, Viber туристам информацию, время и место, откуда их заберут. Соответственно, тем самым туристы не будут беспокоить вас, и мы будем как бы спокойно знать, что они получили всю информацию и вовремя уедут обратно, чтобы избежать, ну, любые, да, какие-то проблемы и потом непредвиденные растраты в виде индивидуальных там, такси до аэропорта. Индивидуальные трансферы под все рейсы, так же, как и шаттлы, в любое время прилета и вылета. И здесь уже встреча с именной табличкой туристов, да, встречают. Имеется также адаптированный транспорт для инвалидов, если вдруг туристы там, с коляской, да, и всегда это можно предупредить, и мы закажем специальную машину, у нее чуть-чуть цена будет отличаться. Имеются как стандартные классы машины, так и премиум. И как также мы просили, да, что номер телефона туристов – это очень важно для связи с ними и именно гарантировать им качественное возвращение в аэропорт. Обслуживание мы стараемся в основном сейчас, пока групповых экскурсий мы не предлагаем, да, стараемся в зависимости, да, часто приезжают компании, которые уже сами знают, что они хотят там шестером, восьмером поехать по острову. Мы предлагаем очень много разных маршрутов по Гран-Канаре, да, и на целый день, и полдня. У нас имеются гиды, как уже Виктория сказала, и русскоязычные, если нужно, найдем и на украинском языке, вот, и на английском языке тоже имеется. Так что в этом плане любые ваши пожелания ваших туристов вы можете отправлять нашим коллегам в офис TPG, и мы все оперативно постараемся ответить, предоставить, чтобы ваши туристы вернулись с острова Гран-Канария довольно счастливые и возвращались к вам снова и снова за путешествием. На этом я свой монолог заканчиваю. Я сейчас посмотрю в чате, если я не какие вижу вопросы. Есть ли какие-то вопросы касательно отелей, отельной базы или каких-то нюансов, можете смело писать. Я сейчас постараюсь скинуть информацию Виктории. Угу.
Так, я вам отправляю информацию, которую Виктория вам обещала со всеми ссылками во все контакты. Так, что-то было. А, в ноябре, смотрите, температура в декабре, в ноябре. А, момент, который может часто всегда, да, температура воды и температура воздуха. А, ноябрь, декабрь. Ну, октябрь, ноябрь – это шикарная погода, это еще лето, да, это начало лета. А, температура днем может и плюс 25-26 быть в среднем, да, вечерком может в ноябре, в октябре нет, в ноябре, в декабре вечерком уже будет немножко так хотеться накинуть кофточку вечером. Вот, а что касается океана, как на Тенерифе, так и на Гран-Канаре, да, остров омывается океаном. И по своей природе океан просто не прогревается больше, чем 23 градусов. Соответственно, температура воды всегда будет вот колебаться 21-22. Но если мы сравниваем Тенерифе и Гран-Канаре, то юг Гран-Канаре, там океан всегда теплее. Да, хотя бы на 1-1,5 градуса он всегда теплее, чем, например, на Тенерифе. Так. Так, где теплее всего зимой? Юг Гран-Канари можно выбирать смело, да, там будет всегда теплее, потому что чуть-чуть все-таки приближенно. Так, по полетной программе, наверное, это уже Яна, да, прокомментирует, и я думаю, будет презентация, где вся эта информация. Еще какие вопросы? Так, так. Ой, нет, нет, это нету такого. Это какая-то старая. Каралиум Лопесан и Хэппи Макс Сан Аугустин. Это какой-то глюк на карте, такого нету там. Там одно здание не может быть. И Каралиум у них прямая линия, первая линия, извиняюсь. Так. Инфотур. Я бы рада была, чтобы вы собрали инфотур. Мы будем стараться, чтобы все-таки это было возможно. Так, все, видно. Так, тут мы все посмотрели. Идем. А, ну вот в октябре, да, в октябре это... Вот видите, не дают собрать. Шорты не прокатывают. Я просто с Испании отправляла знакомых, и они просто даже не подумали взять длинные брюки, и было очень много проблем. Пришлось бежать покупать. Так. Супер, спасибо большое. Мне очень приятно, что у меня получилось вернуть вас на остров. В любом случае, вы можете быть спокойны, да, за ваших туристов, отправляя на Гран-Канарию, они будут в надежных руках. И на самом деле не нужно много знать отели, да, и иметь какую-то базу. Поэтому я всегда говорю, Гран-Канарию вообще очень просто продавать. Любой отель Лопесан продал, и все. И зато туристы будут спокойны и счастливы. Вот, поэтому не нужно изобретать велосипед, да, есть отели, которые уже проверены, и мы стараемся, например, сейчас на эту зиму сделать более контрактинг проверенного продукта, который мы знаем, что цена-качество достойна, да, чем опубликовать много, и потом бедные туристы будут терять дни, да, на решение вопросов, переселение с одного номера в другой. Поэтому эту презентацию я немножко подкорректирую. Я заметила, что у меня почему-то презентация съехала, где-то там слитно было. Я ее подправлю и перешлю коллегам Яне, да, Яна уже там делает рассылку. Все, кто участвовали, все получат и смогут с удовольствием продавать это направление. Ян, я все. Валюша, спасибо огромное тебе за такой рассказ. Ты действительно нам, наверное, рассказала абсолютно все.
все самое главное. Осталось нам только теперь всем проверить это своими глазами. Поэтому тоже будем надеяться, что у нас все-таки получится сделать инфотур. Я думаю, желающих будет достаточно много. Ты действительно влюбила нас в остров. Мы очень благодарны за то, что ты выделила нам время. Спасибо тебе огромное и хорошего дня, коллеги. Спасибо для большое. Вас повідомляючий запис у вебінар, запис збережений, і вебінар буде доступний у нас на YouTube-каналі. Всім кураторам ми передамо інформацію, тобто всі презентації будуть збережені, ви можете у відкритому доступі їх скачати і користуватися, це саме головне. Дуже всім дякуємо за присутність, дійсно, сьогодні було багато людей, це дуже приємно, що всі вже цікавляться островом, і ми маємо змогу про нього розповісти більше. Всім гарного дня і до побачення. До свидання всім.